заработает 15 баллов. Он дал нам возможность их победить. Игра, которая называется «Да нет». Он сказал, что мы должны будем написать, ну, типа, известного человека на голове, ну, на кепке. Капитан должен угадать написанное имя, задавая вопросы своей команде. Но ответы членов команды должны быть только «да» или «нет». Это кто вообще? Вот очень хорошая сила.